Ну, всем доброе утро. Короче, тема такая. Сидел, монтировал вот здесь вот минут 5, наверное, всего лишь. И смотрел разные стримы. Один еще до сих пор идет, вот Justich. Хотя кто-то у нас, Алекс Демов тоже еще играет. Потом что-то вспомнил. Я вчера смотрел видосы про GoPro, позавчера напоминал. Я решил вот от этого тяжелого балласта избавиться. К сожалению, или к счастью. К счастью, будет легче, к сожалению. Вот этот вот пластик вот здесь, это защищает линзу от всяких там мух, ударов и так далее. Вот здесь получается теперь эта хрень на открытости полностью. Она не защищенная. У меня идейка взять вот эти вот штучки, они здесь, они прикручиваются до корпуса. Если ее одну открутить, попробовать как-то ее наверх здесь так присобачить, я не знаю, как будет. Будет все равно какой-то этот. Да, но вот здесь, короче, смотри, прикол. Вот этот корпус, он весит, соответственно, да? А здесь шурупчики. Если я его откручу с этого корпуса и здесь попробую поставить его как-нибудь. Пока так. Чем дальше я вот это все делаю, тем больше охота GoPro. Но мне надо сейчас... Нужно мне вот здесь вот эти вот, короче, вот эти две защелки. Теперь я на обеих уже сделал такую штучку, вот снизу прикрутил. То есть сейчас вот, сейчас вся установка выглядит вот так. Теперь у меня идея. Теперь вот эту штучку передвинуть сюда ближе, здесь ближе поставить. Потом я могу, то есть смещу вот эту камеру сюда, к центру. Во-первых, во-вторых, ветер будет меньше захватывать, меньше будет этого шума. И с вот этой вот просто плямбой легче будет вытащить, поменять какой-то аккумулятор, да. То есть здесь собачку снял, хоп, все, вытащил. И если здесь рамка 1С строилась, то все ништяк. Во-первых, это, во-вторых, кроме этого всего, я заметил, я раньше что-то об этом не думал. Кроме всего этого, у меня, если она в рамке стоит, я могу снять полностью с собачки. Здесь, во-первых, карту, единственное, что не могу карту до конца вытащить, но я могу здесь вставить ее вот на зарядку, то есть, да, в моем бардачке, и ехать, она будет заряжаться. Мне не надо будет камеру втаскивать, потом просто на место вставить, и все. Теперь я думаю вот эту вот штучку передвинуть, потом вот эти поднастроить, чтобы она здесь была ближе к центру. Сейчас она у меня до сих пор далеко в бок. Не знаю, почему я так сделал в том году. Это необъяснимая тема, ну ладно. И теперь у меня вот пока сидел, монтировал, и что-то мне пришла идея, теперь вот это вот сейчас хочу передвинуть. И потом будем смысл дальше смотреть. Но она сейчас чувствуется уже намного легче, вот эта конструкция против вот этой. Да. Будем посмотреть, что-нибудь придумаем. То есть на две камеры у меня рамки такие есть. Хорошо, и третья камера влазит туда же. Но здесь проблема другая, я заметил. Вот эта вот линза вообще стоит 4К. Но, к сожалению, далеко она идеала. То есть здесь линза четкая, здесь тоже с таким линзой, с таким фильтром. А на третьей камере там стоит детский сад полный. Еще для руля, потом я буду ее использовать. То есть для другого ракурса мото. Да. Сейчас займемся вот этим. Сейчас я на этой каске прогоню. Посмотрю, что да и как. На крайняк я попробую еще и на второй каске такое сделать. Так. Потому что проблема была в том году, я заметил, когда едешь. Вот камера, вот здесь вот свист. Здесь вот заходит шум такой, да, от этой камеры. Что мы будем смотреть. Сейчас я хочу ее передвинуть и, соответственно, эти крепления заменить. То есть, все вот это вот настроим, угол, и будет шикардос 100%. Единственное, конечно же, что я вот здесь могу вот так вот, допустим, я ничего, что мне нравится, да, что мне очень прям нравится, я могу вот так вот снять с
вставить, я здесь ее могу потом по пути, у меня там кабель-то есть, вставить здесь зарядку, проедем на мотоцикле, она зарядится, и опять ее вставляю, щелк, и все, и поехали дальше записывать. Так, все начинается легко и просто, оказывается, он так приклеенный прям насмерть. И вопрос, я тогда клей не добавлял в свое время. Визор снял на всякий случай, так легче будет. Сейчас попробуем, помучимся. Потом передвинем ее, камеру хочу поближе здесь сделать. И будет намного интереснее. Вот так вот началось. Смотреть. Уже полкаски разобрал. Стройка. Уже легче, уже лучше. Сейчас что-нибудь придумаем. Позиция. Проблема, что он здесь он такой кругленький. Но будем думать. Так, ну что. Чуть-чуть доделали, уже вставки вставил. Камера теперь у меня будет стоять вот так вот здесь. Камера вообще не будет, в принципе, мешаться. Так, Макс, повернись. Ладно. Поднастроим еще. Тут она, кстати, крутится. Все настраивается, все крутится. В какую сторону сейчас не помню. Ладно. Так. Теперь вот так вот камера. И опять же я буду видеть, что... Мне будет проще, я сейчас ее один раз настрою, хорошо укрепление на мотоцикле, а потом можно будет просто вот так вот вытаскивать камеру и все. Крепление, в принципе, сидит прям четко. Это вот крутится. Можно, в принципе, настраивать, крутить. Здесь легким движением снимается, в принципе, очень даже легко снимается, я бы даже сказал, но не страшно, в принципе. У меня еще есть второй, вот, сидит, чуть-чуть у него какая-то есть, вот, здесь сбоку я вот зато, если могу снять, будет круто. То есть, в поездке теперь, я скоро же поеду, что же, наконец-то, будем записывать с вами новый контент на Новый год. Теперь он здесь крутящий, здесь крутящий. То есть они раньше были у меня все фест, то есть закреплены, фиксированы. А здесь теперь я повернул, он теперь смотрит вот так боком. Но, плюс огроменный этой всей конструкции в том, что я вставляю крепление с камерой и сбоку ничего не торчит. И это прям отлично. То есть зафиксировали вот так вот, пожалуйста, камера вот. Сбоку ничего не торчит. Но это чисто городской вариант. То есть на дальнике все равно эта каска никак. Я уже знаю. Сейчас буду пробовать смотреть крепление на второй каске. Ну или в принципе завтра. Потому что надо теперь убраться. Чуть-чуть здесь мне уже надоело, если честно. Но не ожидал, что получится. Но получилось, конечно же. За что драйвер берется, в основном получается. Просто я думал... не один раз, все-таки теперь передвинул, здесь двойным скотчем закрепил все-таки вот эту штучку, подушку, она как таковой не держалась, ну то есть она не была не приклеенная, и вот это не было приклеенная, вот эти две подушки, они держатся, можно сказать, на честном слове, то есть вот эта резинка давит их, да, вовнутрь, все, больше ничего, ну, поскольку каска такая, я ее покупал для записи, она такая рабочая, да, городская, с вот этим, опять же, с визором, да, все. Здесь еще даже вот, причем вопрос стоял, ставить я хотел здесь ее прям, чтобы она была прям вот по центру, но не получается, поскольку вот угол такой нехороший. Здесь подушку добавил, закрепил, и функционал остался воздухозаборника, то есть кислород, все еще будет. Ну, по городу записывать вот такие на скутерах,
вообще будет кайф. С камерой будем спереди стоять, мешаться ничего не будет. Мы сейчас протереть шлем и на полку. Будем потом думать со вторым шлемом, что делать. Но я думаю, будет все круто. Так что супер-супер. Сегодня много чего успел. Конечно же, когда будет новый шлем, там уже будет стоять GoPro, это не обсуждается, но новый шлем будет у нас стоять, конечно же, уже будет туринговый, я не знаю, шарк или нет. Этот просто, что он, конечно, красивый, все, здесь шумоизоляция. Раньше об этом сильно не заморачивались, но поскольку ездим иногда я больше, чем 100 км в день, точнее, очень часто, и это тяжело. Здесь шумка, конечно же, ужасно плохая, но сейчас камеру передвинем, посмотрим, как это повлияет. Плюс у нас теперь не вот этот вот вес лишний. Вес, все это все намного легче. Ну как, чуть-чуть легче. Конечно, вот так вот. С этим корпусом еще было так вот еще тяжелее. Это понятно делать. Это сейчас легче будет. Супер. Так, что теперь еще? Теперь еще у меня еще есть такая штучка на вторую камеру, в принципе. Вот эти вот я буду потом в следующий раз где-нибудь смотреть на мотоцикле место. Я ее могу зафиксировать и, в принципе, потом менять. Ну, то есть, подогнать какое-нибудь крепление и вставлять, в принципе, его вот по мере возможности, как бы сказать, с другого ракурса. Это будет круто. Так, и что самое удивительное, из вот этих трех дешевых камер, самая первая камера, которую я покупал, она лучше даже, чем вот эта. И лучше, чем новая. Вот эта вот камера 4К стоит, но самая первая камера почему-то до сих пор прям супер-бупер. Так что пока на эти позаписываем, потому что GoPro, блин, новая вышла сейчас, она стоит нереальных каких-то денег. Ну, пока этими. А потом, в принципе, возьмем GoPro, уже все. Качество там супер-пупер. Будем, конечно же, двигаться с места. Так, ну что, теперь мы уберемся чуть-чуть. Завтра, скорее всего, посмотрим со вторым шлемом, потому что там тоже стояло так вот, прям далеко с края крепления, и подвинем. К сожалению, на улице сейчас погода не очень, и сегодня, наверное, на праздник уже мы не пойдем, потому что там льет дождь, ну неприятно. Вчера мы, слава богу, успели вот так вот хорошо, прям вне дождя. Было все супер. Так что на этом сегодняшние наши постройки пока заканчиваются. Уже немного прям хорошо сдвинулись с места. Хорошо, что много вот запчастей, то есть они между собой друг к другу подходят. И можно вот как-то вот плюс эта запчасть комбинировать. Можно на трех камер, то есть креплений хватает. Можно как-то комбинировать и найти какую-то себе нужную запчасть, нужный уголок подкрутить. И будет все отлично. Как и говорил, на этой каске вот сильно далеко торчит. Что-то мне раньше прям мне этот сейчас все надо переделать. Я хочу передвинем, здесь его поставим. Здесь площадь получше. Передвинем его в самое начало крепления. Будет прям шикарно. Но давайте завтра. Так. Ну что, конечно же, я говорю, завтра. Поскольку такая пьянка с этими креплениями, не выдержал и перенес. Вот здесь прям на хороших 4-5 сантиметров. Здесь камера вообще будет жестко прям передо мной. Еще по-другому. То есть вот здесь крепление. Вот так вот повернем его. Тоже будет меньше ветром задувать все дела. Здесь подбородок на каске, он здесь намного больше плоской такой площади, да? Здесь вот остренький уголок, здесь плоско уже. А там закругленно. Ну, та еще модель постарее, та каска еще, наверное, годика на 4 старше, а то и на 5. Соответственно, здесь было намного проще перенести вперед. Я не знаю, почему я так далеко ставил в первый раз. Здесь же была камера, то есть вот здесь когда-то она стояла, теперь она будет стоять вот здесь. И скоро будем это все тестить, записывать и кайфовать от того, что
шею тебе не разворачивает. И я больше всего того кайфую, то, что я проедусь, запишу, здесь вот разъем, не надо ничего снимать, то есть вытащу полностью, положу в сумку, она подзарядится, вставляю на место или только, да, чтобы не мешалось, и все супер, вот так вот. Так что сейчас пойдем на балкончик, следующая стройка. Короче, просто. Кстати, вот насчет скидок, вот он стоит 6.13, поскольку срок годности заканчивается, стоит 3.94, 52%, вот это скидки, но он еще не спорт, столько с толстым, ему ничего не будет, вперед. Сколько сосиски жарятся очень быстро, пожарим сначала, наверное, мясо, первые товарищи здесь. Уже нормально. Первые стейки. Поехали. Чуть-чуть убавим. Чтобы сильно не горело, чтобы нормально было. Красота. А как шипит, а? Магия. Ножок сегодня. Солнышка нету, но клубника вон уже своя на балконе. Вон. Маленькая, но домашняя. О, красота. Здесь клубника, а там мясо. Еще вот такие у нас сосиски мелкие пойдут тоже. Вот эти вообще, конечно, серьезные. Вот эти вот прям здесь куски серьезные. Это прям мне самого интересно. Ну вот, на медленном огне закрываем крышку. Тепло держится, и она вот быстренько, как на картинке. С вот этими полосочками прям вообще. Супер, сейчас сосиски добавим.